Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Итак, за счет чего работает, значит, БТГ. Гибрид. Давайте разберем. Вот, значит, у нас таблица. Сейчас посильнее сделаю. Таблица. Так. Не знаю, видно вам, нет. Но потом проверим. Значит, смотрите. Смотрите, значит, люмины. А у нас, значит, система гибрид работает, я показывал. Значит, вот она. Панелька прикрепленная, а сверху лампочка. То есть лампочка светит на панельку. И в зависимости от света мы получаем энергию. Чем больше света, тем больше энергии. Чем больше света идет на панель, не нагрев нужен, а именно свет, освещение. То есть по люминам. И вот мы что тут видим. Люмины 400 люминов. 400 люминов. 40 ватт, если накаливание брать. Если галогенку, видите, уже выигрыш 29 ватт всего. То есть галогенка уже где-то на 30% выше. Люминесцентную 9 ватт. А LED, что мы используем, светодиодная, 5 ватт. При этом колба, вот я колбу тут снял, видите, колба матовая, она дает минус 20%, то есть получается тут будет 500 люминов на 5 ватт. Вот у нас лампочка на 5 ватт. Вот она. Давайте проверим. Значит, у нас должна на 40 ватт. Давайте включим на 40 ватт. Так, обычную. Сейчас достану. На 40 ватт. Где он у меня тут? О! 40 ватт. Вот она. 40 ватт. Вкрутим ее. Вкрутим ее вот туда. Наверх. Вот, включили. Так, а далее смотрим выход. Как видите, 16 вольт, 16-17 колеблется выход с панельки, а максимальная 18 у нее выход, то есть дает почти где-то процент на 20 меньше полной. Хорошо. А теперь выключим и поставим вот эту, то есть без крышки, 5 ватт. Она должна давать одинаково по этой вот таблице. 40 ватт, 5 ватт. То есть 8 раз. Давайте проверим.
Включаем. Включаем. Так, и смотрим. Напряжение. Видите, чуть меньше. 15, а там было 16. То есть процентов на 15 меньше, чем по таблице. Так, дальше. Теперь проверим на 100. Не будем каждый проверять. А вот, проверим на 100. На 100, значит, должно... Так, 11 ватт. Ну, у нас есть на 10. Давайте проверим на 10. Проверим на 10. Вот сейчас горит вот на 5. На 10% меньше показывает. А на 100 должно быть на 11, как они пишут. На 11. Вот берем на 10 без крышки. Крышка забирает, вот эта крышка, колпак матовый, забирает 20% мощности. Вот, значит, что мы видим? Давайте посмотрим. 16 вольт. То есть разницы почти нет. Видите? 16. А на 5 было 15. Лампочка на 40 была. Тоже 16. А здесь написано на 40. На 40. 5 ватт написано. Ну, на 40 примерно совпало, чуть меньше. А вот тут на 100 никак не получается. Вот давайте сейчас на 100 включим. На 100 лампочку накаливания включим. И посмотрим. Было 16, вы видели. А где у нас на 100 ватт? Вот. Ищем на 100 ватт. То есть ищем на 100 ватт. Вот она. Тихо. Вот на 100 ватт. 18. Вот. 18 вольт. То есть на 100 ватт на полную светит. А на 10 у нас светилось на 16. На 100 ватт панель полностью. Но это нам не выгодно. Потому что 100 ватт лампочка накаливания. То есть мы 100 ватт тратим, 30 ватт получаем, если так будем делать. Панельки. Толку ноль. Возьмем теперь на 15 ватт. На 15 ватт. Крутим. Вот на 15 ватт. Что мы видим? 16,5 где-то. То есть не дотягивает.
не дотягивает до 17. Это без колпачка. Там давала на полную, а тут около 17. То есть 15 не дотягивает. А давайте с колпачком ее попробуем. Что будет? Оденем колпачок. Так, оденем колпачок. Надеваем колпачок. Во. И посмотрим. Вот с колпачком. Что дает? С колпачком, видите, 15 всего. А у них подсчет с колпачком. И это значит, что у нас выходит? Сейчас посчитаем. Сейчас посчитаем, что у нас выходит. Значит, берем калькулятор. Без колпачка у нас было лампочка на 15 ватт, хотя она потребляет 12, я мерил. Лампочка на 15 ватт, 17, а тут, а на сотку ставишь 18, 18 разделим на 17. То есть где-то на 6% ниже. То есть 15 ватт близка к сотке, на 6% меньше, если снять колпачок. А если с колпачком, как они пишут, они же тут пишут, вот они не разобраны, как я разбирал, то где-то на 12-15% ниже. То есть получается так. Нам надо, значит, 15 прибавить 5%. Это сколько будет? Давайте посмотрим. 15 разделим на 100. 0,15. Помножим на 5. То есть на 16 ватт надо. Не на 15. То есть на 16, на 17 ватт. Лампочку надо, значит, светодиодную на 16 ватт. А не на 11, как они пишут, брешут. Значит, если мы возьмем на 16 ватт, то получаем 30. То есть вот так получается. 30 разделим на 16. КПД, значит, 187% будет. А вот с этими у нас по-другому. Если мы возьмем, значит, на пятерку и сороковку, у нас получается одинаково. То есть 15 вольт, то есть 18 разделим на 15. 20 на 20% ниже всего. То есть получается с этого всех тех вычислений, получается надо брать на 5 ватт и получать не 30, а 20-24 ватта. То есть 24 ватта получаем мы, 24, а тратим 5. Вот как получается. То есть понятно, за счет чего идет, значит, свободная энергия. За счет того, что LED-лампочки дают люменов столько же почти, как мы посмотрели не по таблице, чуть меньше,
но в 2-3 раза больше. За счет этого и получается КПД. В случае с 5-ваттной получается у нас в 5 раз больше почти. 4-5 раз. В случае, значит, с 15-ваттной у нас получается, значит, на 80% больше всего. То есть выгодно применять 5-ваттную. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне, а также исполнения всех желаний. И с наступающим Новым годом!